Дюша 17. Так, сейчас сброшу. Дюша 17, значит, сколько нам нужно? 8 где-то, наверное, нужно. 8. 8. Да, 20 это получается 9 грамм. А у Дюши 17, вот, там 8. Воскресенье сегодня, друзья. Второй день. Начинаются обработки наших питомцев, как он там называется, фепталом. Фептал достаточно дорогой. Четко отвешиваем дозировку, стараемся его, ну, как бы не допустить перерасхода. 8, да? Угу. И, собственно, я сегодня просто оператор. Это Дюша. Так, а Борис? Сколько? Борис 14. Борис 14, значит, это где-то, ну, 6,5. Ну, 4,5 и половина, и 2 еще. 6,5. То есть, как только за 6 заскочит, выключай. Как, вернее, как только 7 покажет, да, значит, да, это уже 6,5. Вернее, 6,6 где-то так. Кормим по 2 собачки. Вот представляете, сколько времени надо, есть, чтобы, да, сколько тут всех есть, обработать. Сколько? И это нужно сделать 3 дня подряд. И через 10 дней повторить эту процедуру. Вот такая гадость, эти лямбли. Вопрос, откуда они взялись. Так, ну давайте, давайте, все, пошли кормиться. Голову, бульон. Да. Я Мальта, Мальта столько же весит. Давайте, кто, сколько? Моник. Моник, давай. Мальтюша, иди сюда, кусок. Мальта. Так проще следить, чтобы они все съели, отдельно их держать. Ну, само собой, отдельно, конечно, они же... Так, Бима, пошла отсюда. Давай, Мальтозу. Мальтинка, кушай. Кушай, малышка. А зачем ей столько сейчас голов? Надо же полдозы сейчас дать. Ну, корма мы снизили конкретно. А мясо, да, это мясо. Пусть мясо съест. Ну, хорошо, хорошо. Да уйди, Дюшка. Так, а ну-ка, валите отсюда, быстро. Слюни вот так летят. Хорошо, что миску глубокую дали. Ну, поэтому чмоник. Капец. Свинарик. Бима, уйди. И вот так вот каждую собаку. Хорошо, что он не горький хотя бы. Получается, дольше происходит. Так, еще и разгонять надо всю эту толпу отсюда. Ну-ка, идите отсюда. Саша, а теперь посмотри, вот это мама и Агаша снизу. Вот вам мама и Агаша. Кто из них снизу, кто из них сверху? Агаша. Так, ладно, продолжается, короче, скармливание. Да, должны все вылизать. Мальтюша, вылизывай. Да. Вот она, липучка Маша, пришла. Маша, вылизывай. Кушай, кушай. Мальтоза, кушай, кушай. Давай, давай. Давай. Мальта, давай, умница, молодец. Давай, вот, ой, умница. Смотри, еще давай, давай, еще, еще. Моник, а мой еще мисочку. Ничего, ничего. Давай, 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 мой. Мальта. Делитесь. Там вкуснее. Да, да, с чужой миски вкуснее всегда долезать, конечно. Да все, съели, съели. Все, пошли, следующий. Все, на волю. Все ждут, Моника, ждут. Саша, так, кто там у нас следующий? Пошли нельзя загружать. Я ее сейчас как раз поймаю, пока вы уйдете. 14 она весит. Ну давай, давай. Поймали? Ну поймали. Она... Да, конечно, она боится, пока тут такая. У них сейчас спутанное кормление, поэтому они же, конечно, это... Как ты говоришь, Саша, локация поменялась? Да. Поменялась локация. О, солнышко вышло, а то холодина такая. Это бы тетка. Конец мая. И такая холодина. Тетка пришла. Морда, ну хватит, не лезь. Дюша, ты поела. Так, ну-ка разбежались. Так, кто там у нас следующий? Там будет рыльчик, наверное, и... 30 минут, 9 собачек. 5, ну ничего, да, вполне себе. Давайте, давайте. Ну, рекорд. 11, это 5 получается. Но я, наверное, 6 сделаю, а потом другой собаки еще там. Ну хорошо. Потому что она не доедает. Лучше давай, давай, делай. Идем на рекорд. 9 собачек за полчаса. Я здесь такой, там, но это втроем, втроем, друзья. Потому что кто-то ловит, кто-то от остальных отгоняет. А Линда сколько из 12? О, короче, это капец просто. 6 минут. Так, теперь добавляем голову, бульончик по голову, башке и, рыбий и пошли, да, и чуть-чуть рыбьего жира. Мне на экране ничего не ну, видно. Да, ну, наверное, будет видно. Так,
как всегда, кажется. Ну, надеюсь, что там. Если они еще камеру там саму не заляпали своими языками, то, наверное, что-то будет видно. Смотри, следи за зябликом. Да. А, тигруля в укрытии. Она уже вылезает. Тигруля куплее всех. Да. Кушай, кушай, тигруля, кушай. Так, тетка, а ну замолчи. Алиска! Алиска! О, самый липучий пес в мире. Ты сказал, какое слово? Самый липучий. А ты на что надеялась? Алиса, Алиса, Алиса. Турка! Турка! Турка, малыш! Давай, я подержу, сажаю его наверх. 20 кило. Ну давай я посажу, а ты. Что происходит вообще? Бурбон. Что происходит, скажи. Кушай. Турчонок. Куда вы дели турку? Сейчас найдем турку. Турчонок. Турчонок. Турка. Турчонок. Турчонок прячется, что ли, где-то? Да, я вижу, как он прячется. Клад, смотри, кукуличек. Зато бурбон, он хлюпает аж. Хорошо, что этот фептал хотя бы не какой-то противный, хотя бы они его едят. А то вообще был бы. Может, поэтому он облизывай, облизывай, пожалуйста. Вот так вот, еще и не все еще и выходят на мероприятия, а боятся, что будут им давать что-то невкусное, или будут колоть, или будут еще что-то делать, да. И некоторые собаки чуют такие вещи и прячутся. Вот трех собачек уже не можем покормить, но чуть позже им дозы оставляем набранные. Как только они успокоятся, будем уже им тогда задавать. Шельма, отстань. Ищи турку, Шельма. Что-то не удается мне побыть оператором просто. Вот. Ну ничего, да, втроем мы справляемся. Ушко, да? Ушко. Болячка какая-то на ушке. Может, укусили. Обработали, короче, ушко Алиски. О, покажи, Алиска, ушко. Тюня прячется в будке. Только хотела рыбу, понимаешь ли, тут это, запечатлеть, а вы уже у нее миску отобрали. Так, давайте, загружайте. Турчонок. Турчонок. Ну давайте турки тоже накидывайте, пока она не убежала опять. У меня уже, я руки-то помыл, а экран весь грязный, мало того, что ни хрена не видно. Все, мама умница. Ну умничка, да, молодец. Так, кто у тебя? Сейчас, Ушатина, может, подожди на сзади. Уша. О, Ушатина прям на лету кушает. У меня же еще две таблетки утром и вечером. Да, у Шатины еще. Пол таблетки утром и пол таблетки. Ну, пол таблетки для нее это уже гипердоза. Ну, у нее меньше опять. Ну, приступы. Друзья, ну жива пока, жива. Приступы вроде бы прекратились. Кто это тут топчется по мне? Это Шельма. Ты Шельма. Она уже поела. Короче, я не знаю, что с ней делать. Ну, живет, кушает. Гавкает. Подальше отойду, а то хвостик ее не помещается. Мама. Ну, мама аккуратненькая собачка. Она как бы заводская собачка такая. Сейчас... Заводские настройки. Заводские настройки, да. Дикие настройки. Ну, вот, наверное, она тут, конечно, в лучших условиях, которые возможны для такой собачки. Так, ну-ка, тихо. Мама неприхотливая собака. Да? Ну, зато Ушатина может вон вниз головой стоять на машине и кушать. Так, ну все, ну что это такое? Попрошайки. Шельма, а ты поела, морда сейчас не нужен будет. Семерка. Решили, что есть омерзительная семерка. Мама. Все. Так, следующий. 15,5 это 7, да? Ну, 6,5. Да, да, ну ты ж не поделишь точно. 6,5, ну как бы. Мама. 6, после 6 только семерочка воткнется и сразу достаточно. Есть. Каждую кормежку. Это пикчер, вот, да? Это пикчер. Ну, да, давай пикчер вот это.
Я отставляю. Харч 23,5. Да что-то мне кажется с весами не то. Ну харч, он, по-моему, у нас что-то килограмм 30 весил. 28, что-то такое. Ну мы уже взвешивали их неоднократно. Мы их взвешиваем два раза в год. И сейчас вдруг бац, и хач весит не 28, а 23,5. Может, вы их не кормите? Пока я там работаю, вы... Я говорила, что Ира, как пришла работать, собаки похудели. Она сама, вон, посмотри на нее. Я вообще-то пишу все это. Посмотрите на это. А, ну, в принципе, ну, в принципе-то понятно. Я доедаю всю собачью еду. Ну, по тебе что-то незаметно. Ну, у нас вообще-то это... У нас положено проходить эти обработки от глистов. Так, короче, вот сегодня только получается второе кормление. Еще дома собакам не давали. Еще, да, та часть, которая на старой территории, там самые крупные собачки. А уже полпачки нету. Короче, получается, нам даже на одну сессию не хватит. Ой, точно. Все. Смотрите, как пикчер, кушать. Пикчер, скорее запрыгивай. Пикчер, скорее иди. Кушать, пикчер, кушать. Не понимаю. Пикчер, кушать. Скорее. Покажи ему мисочку. Молодец. Вот она, наша липучка, друзья. Да. Дважды пристраиваемая. Чудом выжившая. Липучка, пикчер. Кушай. Крыся транзитом проскочила. Да. Так, нарисовалась. Хач свинота, посмотри. Просто ужас. Все летит. Ой, хач, ты свинтус. Глянь, а сел-то, кукошился весь. Ладно, хач, не смеши его, а то сейчас остановит. Ты же гордый сеттер. Да? Морда, а ты-то чё? Она не сыта. Клацуня, мальчик. Так, крыся, а ну-ка вали оттуда. Пикч, кушай. Все? Морда кушать идет. Пробуйся, отходи. Кушай. Прям что-то сейчас жарко достало все. Да лучше пусть будет уже жарко. Не, ну конечно. Что Димка делает? Пикчер! Прыгнул, толканул меня. Пикч, ты поел, малыш. Пикч. Короче, опять вы заставили меня выпачкать руки, да? Да. И вот еще есть Бима. И Бурпоса. Ну, так, чуть-чуть, сейчас оближе. Давай. Молодец, можно. Все? Да. Подождем. Ну вот, друзья, сегодняшняя сессия у нас завершилась. 2 часа потребовалось на кормление собачек. 40 собачек у нас тут сегодня. Сегодня 40 собачек. От килограммовой упаковки осталось 433 грамма минус вес самого контейнера. Он там, по-моему, около 50 грамм. Ну, учитывая то, что еще 10 самых крупных собак сидит у меня там на старой территории, нужно будет сегодня им тоже дать этот препарат. На третью, на завтра, получается, уже не хватит. Короче, завтра с утра нам придется срочно ехать, отправлять кого-то в Ростов и покупать еще одну такую канистрочку. И проблема в том, что даже и второй канистрочки не хватит, потому что через 10 дней придется провести точно такую же обработку. В общем, не знаю, что делать. Значит, придется еще потом покупать. Капец.